На несколько дней Гродненский эколого-биологический центр детей и молодежи погрузился в атмосферу зимней сказки. Здесь со всей области собрали работы, представленные на конкурс «Лед, цветы, фантазия». Главная особенность – все они выполнены из натуральных материалов. Встречают посетителей празднично украшенные елки в макси и мини-размере. Вместо пластиковых шаров – орехи, желуди, деревянные фигуры и сухоцветы. Рядом с ними – разнообразные драконы. Флористическая скульптура «Символ 2024 года» стала самой яркой номинацией в этом сезоне. У нас была идея сделать его в виде пряничного дракона, потому что очень часто ассоциируется именно Рождество, новогодние праздники с запахами имбирных пряников. Над созданием этого крупного дракона совместно трудились педагог и дети. Каждый отвечал за свою часть работы, придавая существу необычные черты. Мне понравилось очень сильно делать в этом драконе это выкладывать дубовые листики. Это очень интересный процесс, очень кропотливый процесс. Надо было сделать все очень аккуратно, потому что это были засушенные материалы. Они были очень хрупкими, и было страшно, что не хватит этого материала. Я обматывала рога и пальцы вот паклей, оформляла внутри каркас. Очень было весело делать на занятии с девочками вот этого дракона. Еще один дракон, созданный учащимися эколого-биологического центра, словно сошел со страниц сказки. В руках харизматичного существа горит яркий фонарь, привлекающий внимание всех. Все материалы, которые мы использовали в работе, вторичные материалы. Каркас сделан из папье-маше, соответственно, яичные лотки использовали, шишки, которые нашли, так как мы экоцентр, так что материалов у нас много именно на самом участке. Жилетку, если заметите, шили как раз-то из лент с подарков с прошлого года. Моя работа здесь была, это жилетка, и я пузико обклеивала кусочками шишки. Увлекательно, и когда я обклеивала пузико, то из-за того, что надо было разламывать шишку, это было очень долго. Надо было разломать шишку, обклеить, и надо было обязательно начинать снизу, потому что так бы ничего не вышло. Не забыли и о белорусских традиционных техниках. Отдельная номинация «Соломенное чудо» посвящена елочным игрушкам. Из этого хрупкого материала ученики и педагоги создавали необычные фигуры и узоры. А еще больше флористических техник авторы показали в интерьерных коллажах «Цветочные фантазии». Лучшие работы представят на республиканском этапе выставки конкурса «Лед, цветы, фантазия» в Минске.